Вечером 7 августа на перекрестке проспекта Строителей и улицы Кудряшова загорелся автомобиль. Очевидцы наблюдали открытый огонь около 20 минут до приезда пожарных подразделений. ЧП произошло рядом с соборной мечетью, почти на пешеходном переходе. Известно, что транспортное средство принадлежало дорожно-строительному управлению номер 1 и осуществляло перевозку работников. Никто из пассажиров и прохожих не пострадал. По факту возгорания проводится проверка. Водитель попытался ликвидировать возгорание самостоятельно при помощи огнетушителя, однако это не удалось сделать. Прибывшие пожарно-спасательные подразделения ликвидировали полностью пожар. В настоящее время рассматриваются все версии возникновения пожара. Наиболее вероятная причина пожара – это неисправность электропроводки либо разгерметизация топливной системы автомобиля.